Активист клуба «Восход» Данила Ларионов уже давно распланировал свои каникулы. Этим летом он будет работать в команде на дворовой площадке, обещая, что будет много новых конкурсов и увлекательных мастер-классов. Готовим мероприятия на каждый день, чтобы развлекать детей новыми играми, интересными играми, чтобы им было что запомнить от этого лета. Песенные, танцевальные флешмобы, подвижные игры, спортивные соревнования и много других интересных и увлекательных занятий приготовили для юных саровчан активисты и педагоги Центра внешкольной работы в рамках проекта «Дворовая практика». Замазово 10 – это будет спортивная площадка. Больший упор будет на спорт. Если мы говорим про Московскую 21, то там в основном творческая площадка. Мы не должны забывать, что это год театра. Поэтому все будет посвящено театру. Арт-объект – это площадка. Площадка будет как арт-объект, и ребятам будут предложены различные мастер-классы и творческие задания. А еще одна площадка на Силкина 20, она также будет посвящена здоровому образу жизни. Новшеством этого года станут летние дачи. Это краткосрочная программа только для воспитанников Центра внешкольной работы. Педагоги предложат ребятам разнообразные формы деятельности – мастер-классы, соревнования, конкурсы. А подростков приглашают в трудовые лагеря. Ребята, которые будут в трудовых бригадах работать, это портные и подсобные рабочие, которые выполняют заказ города. Одни шьют костюмы для городских мероприятий, а другие делают реквизит для городских мероприятий. В течение июня месяца они работают на базе двух клубов – это «Здоровье» и «Чайка». Также в этом году планируется открыть дополнительные площадки на стадионах 13-й школы и 2-й гимназии. На этих объектах, а также на хоккейной коробке по улице Куйбышева педагоги будут организовывать футбольные команды. На дворовых площадках ребят ждут с понедельника по пятницу с 4 дня до 8 вечера. Елена Грицкова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24.